На данный момент у нас завершено 460 социальных контрактов, 70% из которых это социальные контракты эффективные, то есть граждане повысили свои доходы. Это результаты 2020 года. Заключившие социальные контракты не то чтобы разбогатели, хотя суть программы «Борьба с бедностью», но доходы ее участников точно стали выше прожиточного минимума. Анна – одна из контрактниц. Швея по профессии в рамках социального контракта получила 250 тысяч рублей на развитие собственного дела. Самый главный документ, который действительно требует внимания и сосредоточиться, это бизнес-план, конечно. Здесь заключила всю свою идею, расписала возможные доходы, расходы. И с этими документами я уже пошла в соцзащиту. Почти все средства Анны и ее супруга, их маленький бизнес семейный, потратили на покупку оборудования. Ведь даже такие ножницы стоят недешево, тем более швейные машины. Первый месяц мы работали практически без выходных, и на что уже виден результат сразу. И сейчас мы уже, конечно, можем сказать, что дальше будет еще больше, лучше. На реализацию социального контракта людям дается не меньше 3 месяцев. Участник должен доказать действиями, что он активно ищет выход из сложной жизненной ситуации. У него в программе социальной адаптации есть ряд мероприятий, которые он должен выполнить. Встать на учет в центр занятости, активно взаимодействовать с работодателями, обязательно, например, устроить ребенка в детский сад для того, чтобы была возможность предпринимать эти активные действия и так далее. Программа социального контракта будет действовать еще 3 ближайших года. Затем ее снова могут продлить. И каждый раз из федерального бюджета на реализацию планируется выделять по 244 миллиона рублей. Плюсом идут 2,5 из краевого. В региональном министерстве социальной защиты говорят, желающие заключить социальные контракты в следующем году уже сейчас могут составить программу своей социальной адаптации или бизнес-план. Как это несколько месяцев назад сделала Анна Сидорова. И теперь у нее свое маленькое предприятие, приносящее доход и защищающее от угрозы бедности в непростой период пандемии. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком.